falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont. Victory. I want you so bad. You ain't nothing but a hound dog, the crying all the time. I'll be back. На велосипеде по Вермонту. Вермонт отличается спокойной, уютной атмосферой, что не часто встречается в других штатах. Здесь живут в деревнях, а не в городах, молятся в церквях, а не в соборах, путешествуют по дорогам, а не по шоссе. Все, что здесь вас окружает, соответствует масштабам человека, говорит Джон Фрайдин, основатель компании «Вермонтский велосипедный тур» ВВТ. Редко расстояние между деревенскими магазинами больше полутора десятков километров. И редко трудный подъем в гору тянется больше 3 километров. Темп вермонтской жизни ближе к велосипедной, чем к автомобильной скорости. И путешествие на велосипеде, рассказывает Фрайдин, лучший способ насладиться Вермонтом, сельскохозяйственным штатом с населением 563 тысячи человек в регионе, называемом Новой Англией. Начиная с 1972 года ВВТ проводит 3- и 5-дневные велосипедные туры по живописным деревенским дорогам. Эти туры необыкновенно популярны. Они идеально подходят к желанию американцев сочетать короткие отпуска с физическими упражнениями на свежем воздухе. В прошлом году в турах ВВТ участвовало около 6 тысяч велосипедистов. Организуя туры, Фрайдин не забывал, что путешественники любят проводить отпуска в комфортабельных условиях. Здравый смысл подсказал ему, что нужно планировать маршруты таким образом, чтобы велосипедисты проезжали дневные дистанции от гостиницы до гостиницы, сглаживая трудности пути горячей ванной, хорошим обедом, мягкой постелью и плотным завтраком. И все это прекрасные пейзажи, гостиницы, маршруты нужно было объединить и предложить публике в виде комплексного тура. Попробуйте назвать идею экономического развития, которая создаст новые рабочие места и соберет налоги для штата, не требуя никаких инвестиций, кроме как для маркетинга, писал один финансовый обозреватель об этом велосипедном туре. Обычно велосипедисты встречаются с гидом фирмы ВВТ вечером в гостинице, где проводится первая ознакомительная встреча перед стартом на следующий день. Велосипедисты отправляются в путь утром, придерживаясь маршрута и подробных наставлений. Например, у знака «Стоп» в Ковентри поверните направо на федеральную дорогу номер 5. Любой член группы, обычно в группе 16-18 человек, волен ехать с любой выбранной им скоростью. Фанатики активных физических нагрузок могут крутить педали с большим рвением по маршруту с максимальной дистанцией, кружным путем. Менее спортивный народ может не торопясь катить по деревенским дорогам, останавливаясь то там, то сям, чтобы насладиться ароматом полевых цветов. Эти участники выбирают самый короткий путь. Позади группу сопровождает гид из ВВТ, следящий за тем, чтобы никто из группы не оказался один на дороге, и чтоб не случилась какая-нибудь неприятность. Другой гид на микроавтобусе сперва перевозит багаж туристов в гостиницу, где все должны собраться к ужину. Сгрузив багаж, он отправляется патрулировать по всему велосипедному маршруту. Иногда гиды собирают с участников по $5, закупают в магазине продукты, и с полудня до 2 часов дня в определенном пункте маршрута желающие собираются на пикник. Уставшие велосипедисты могут закончить дневной пробег на сидении микроавтобуса. Велосипедистам нравится такая удобная и эффективная организация маршрута, тура. «Не обязательно быть в отличной форме», — говорит один из них, — «и не надо быть молодым, и не надо никакого опыта, и самое главное, не нужно устраиваться на ночлег и спать с неудобствами. Вместо палатки у каждого есть номер в гостинице».
Тур по Северо-Восточному королевству, организованному ВВТ и рассчитанному на 5 дней, стартует в Истберке. Дистанция 265 километров или 385 километров в зависимости от индивидуального выбора маршрута. Ночлег в 3 гостиницах. Это топографически самый легкий из всех маршрутов ВВТ. Стоимость тура $700 на одного человека. В эту цену входит номер гостиницы на двоих, завтрак и обед. Falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont. Victory. I want you so bad.